Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас реакция из Пакистана. Также хочу вам напомнить, что на нашем телеграм-канале я начинаю публиковать все свои старые переводы в старом формате, так как я их на ютубе опубликовать не могу. Также я буду делать заставки. Я думаю, старенькие помнят, что это такое. Не верю своим ушам. Что за Димаш? Если только он не сын Марайи Кэрри и Майкла Джексона. Черт, надеюсь, он черный. Белые так не поют. Ссылка будет в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, добро пожаловать на канал. Это Хедер из Пакистана. И это канал BDX. Ну и... Опять, у нас дискография Димаша. Я уже послушал несколько его песен. И я уже могу констатировать, что он лучший исполнитель. Черточка певец. Черточка вокалист. В общем, как бы его ни называли. Из всех артистов, которых я когда-либо слышал. И еще вот что. В комментариях вы писали мне, что фанаты Димаша называют себя Диарс. Ну все, можете считать меня одним из вас. А сейчас давайте перейдем к этой песне. Димаш, hello. И после обсудим ее. Погнали! Okay. Сердцебиение. Некое напряжение. Ну а как же без этого? С ним по-другому и не получится. I've been alone with you inside my mind. Опана, он поет? На другом языке. На английском. Я знаю, что он может петь на разных языках. Я уже слышал это. И у него довольно неплохое произношение. В общем, молодчик. Ох да, я знаю эту песню. Я не знаю точно, кто поет ее в оригинале. Не могу вспомнить. Опять 25. Басталды. Мне кажется, он сказал что-то на своем языке. Напишите мне в комментах. Также напишите, кто поет эту песню в оригинале. Ну, пока это такой типичный Димаш, который берет эти ноты. Эти невероятные ноты.
Как делать нечего. Он прыгает вверх-вниз между этими регистрами. И мне нравится. Нравится его пиджачок. Весь такой украшенный вышивкой. Я точно не знаю, как это называется. Но это классно выглядит. Ну и давайте продолжим. Что же такого нового он здесь придумает? Ведь каждый раз он удивляет нас чем-то новым и поразительным. Ёкушки-воробушки, я думал, хотя бы сегодня тихонечко посидим и послушаем спокойную музыку. Да, там были моменты с высокими нотами. Но теперь это же совершенно другая песня. Вот что сейчас происходит? Я не знаю, как это называется. Я думаю, какой-то такой арабский стиль пения. Ну как это еще назвать? Ой, не могу. Да что за хэ? Мне нужно послушать еще раз. Я заколебал вас, наверное. Вот не верю и все. Хоть микрофон в ухо. Вот этот последний момент. Он же уже был капец как высоко. Просто кобздец как высоко. Так он еще и засунул туда разбежку, похожую на ту, что была в песне «Грешная страсть». Это же стратосфера. Вот где он только что был. Послушайте. А он все поет и поет. Да что ты вообще такое? Мурашки, таракашки. Это было мило. Очень мило.
Классный пиджачок. У этого парня. У этого парня очень хороший вкус. Весь такой раз такой. Он выглядит элегантно в каждом своем выступлении. Ну что сказать? Похоже, он перфекционист. Похоже, он перфекционист на всю голову. Он никогда не разочаровывает. И каждый раз в его песне есть такой момент, когда он забывает, что он человек. И он, похоже, этого не замечает. Он же и так хорош. Просто невероятно хорош. А потом этот момент. Или эта нота. Или этот непрекращающийся вокальный поток, который сметает все к чертовой бабушке. И мое сердце разбито. Мозг сломан. И я вообще весь не могу. Я даже дышать не могу. Вот хрен его знает, что происходит. Я не знаю, что творится с моим телом, когда он вот так поет. Оно будто двигается само по себе. Вы можете посмотреть мои другие видео на этом канале. Я обычно не такой. Я никогда себя так не веду. Это точно его проделки. Подписываемся, лайкаем и комментируем. Добро пожаловать в семью. Увидимся в следующем видео. Пока. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на Хедера. И также не забываем про наш телеграм-канал. Всех люблю, всех обнял. Пока.